Тем временем Германия начала тайную подготовку к ядерной войне. Как сообщает немецкое издание Bild, ВВС ФРГ и их партнеры по НАТО проводят учения под названием «Стойкий полдень». В маневрах задействованы истребители-бомбардировщики «Торнадо». Они способны нести ядерное оружие. При этом учения проходят на авиабазе Нёрфених, которая считается альтернативным местом для хранения американских водородных бомб. Параллельно проходят учения и по защите этой базы от нападения с помощью систем ПВО «Патриот».